Угрожали расправой жизни и вымогали деньги. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Саратовской области, которых подозревают в вымогательстве. Сейчас следователи ищут других возможных пострадавших от их действий и устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности. Подробнее в репортаже Салавата Мухаммадуллина. Слушай сюда. Ну? Дернешься? Я тебя завалю. Ну? Ты меня понял? Угроза лишить жизни и похитить родственников. Один из казанских предпринимателей получал их в свой адрес в течение года, но больше терпеть этого не мог, стал всерьез опасаться за своих близких. В январе этого года обратился в полицию с заявлением. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие действия проводились в рамках уголовного дела под контролем оперативников. В ходе операции полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 24 и 36 лет, жители Саратовской области. Обоих заключили под стражу. Сейчас следствие полагает, что от рук вымогателей и их сообщников пострадали несколько человек, как на территории Татарстана, так и за ее пределами. Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан. Номера телефонов указаны на экране. Слават Мадулин, Нафиса Минязева, вызов 112.